Добрый вечер, друзья. Начинаем наш необычный вечер. Я вижу, в зале есть люди, которые прямо услышали мой призыв. Сегодня еще будет трио, которое сами предложило такую идею. Они сейчас гримируются, собираются гримироваться в первых рядах, прямо в партере. Люди, поддержавшие идею. Мы начинаем сегодняшний концерт под номером 73. И количество участников уже перевалило за 480 человек за два сезона, и уже начинаем предсезон. Это очень хорошо, это хорошие новости. Я приглашаю на сцену сразу же замечательную, очаровательную Нелли Пчелинцеву и молодого, талантливого лауреата многочисленных конкурсов, в том числе всероссийского конкурса, Кирилл Лаврушкин. Балалайка. Это будет Данилов «Карабейники» и Рахманинов «Итальянская польза». Нет? А вот у меня вот по-другому. Ну ладно, хорошо. Thank you.
Зокер Карбет Жоз Бизе. У нас тут столпотворение огромное прекрасных девушек, которые... Кто сейчас выходит? Вы сейчас? О, хорошо. В состоянии, когда они растут. Кошечка в мешке. Называется мужикам хана. Анна Кириллова. Такая снегурочка в черном. Прямо вот снегурочка. Прямо то, что надо. Аля Снегурочки с подружками по ягоду ходила. Я не слышу ваших аплодисментов. Мы исполним, собственно, Римского-Корсакова арию и романс. О чем в тиши ночей? Прямо по тематике, да? Джек-сессионах, особенно когда молодые кошечки, я представляю, как они волнуются, потому что у вокалистов есть всегда один вопрос, а пианист вообще будет меня слушать, аккомпанировать? Все было комфортно? Да? Хорошо. Римский-Корсаков, о чем тиши ночи? Thank you.
С дебютом! С дебютом! Концертмейстер зовут Айгригана. По-моему, джем удался. Друзья, теперь, собственно, интрига сегодняшнего дня, потому что это происходит впервые. Нас сегодня смотрят и в Нью-Йорке в прямой трансляции, и в Италии. Вообще скажу, что очень много людей уже в Европе подключаются, и мои друзья, и друзья друзей подключаются к проекту и смотрят одновременно в очень многих городах. К сожалению, не удалось сделать прямое подключение, и сегодня будет, можно сказать, впервые, в Москве не впервые, в клубе впервые, исполняется произведение американского композитора швейцарского происхождения Дэниела Шнейдера. Не удалось с ним связаться, связь специфическая. На всякий мы подстраховались и сделали... Он прислал приветствие, и сегодня... Hello to everybody at the Kotzlov Club. I'm very happy that my music gets played in Moscow, and I just want to talk a little bit about the pieces that you're going to play. The first piece, well, I don't know whether it's the first in the program, but the first piece I want to talk about is Baroque Loch Ness. This is about a crazy monster in Scotland, very old monster that everybody is talking about, and some people even pretend that they saw the monster, but nobody really has proof that it exists. It's the Nessie monster. So I wrote that music in an old style. I wrote it for myself to reflect something coming out of the past. This is a monster, a music that actually was invented a long time ago, but I tried to reinvent it in a new way. That's about barocklessness. It's also a fun piece to play. It's playful, and it has its crazy moments. I hope you enjoy that. The trio for flute, cello, and piano is a virtuoso piece that I originally wrote for Simon Novotov, which is a friend of mine, also studied in Moscow, piano, and another friend of mine, Matthias Ziegler and Daniel Vizzotti. I'm very happy that piece gets played now in Moscow. It's one of my favorite pieces I wrote for the flute, or this combination of instruments, flute, cello, and piano. The last piece is very interesting because I just finished it probably 4 or 5 days ago, the piano version. It's a part of my opera about the life of Charlie Parker, the jazz saxophone player. It's actually the part where he is in the madhouse. He gets very sick in Los Angeles and got put into the madhouse for a couple of months just to chill out. There's also a tune called Relaxing, that's Camarillo by Charlie Parker. So that's a part of an opera that now gets played for the very first time in Moscow. The opera is going to be played next June in Philadelphia here in the United States. I hope you're going to enjoy the show thing at the concert. Thank you very much. See you next time. Bye-bye. Thank you. Это был, собственно, Дэниел Шнейдер. Я приглашаю на сцену трио Classic Trio в составе Валерии Савленко, Евгения Богинская и Наталья Жукова. Они все нарядные, разукрашенные.
Сейчас я буду. Слышно? А кому-нибудь нужен перевод видео? Перевести? В дух лама. Хорошо. Давайте я начну с того, что наш проект называется «Классика плюс», и его цель – это сделать классическую музыку знакомой, понятной и доступной для каждого человека. Мы любим как классические опусы Моцарта, Бетховена, которые уже все знают, так и совершенно новую, только что приготовленную музыку. И вот в данный момент мы очень любим играть музыку Даниэля Шнейдера. И сейчас мы познакомим вас с его трио «Барок» Лохнесс. Вот, в частности, о нем он говорил в видео. Это намек на чудовище, которое живет в озере Лохнесс, Несси. И таким же странным существом теперь стала музыка барокко, и в которой переплетаются и ритмы, и различные гармонии. И вот эта связь странностей, он стремится передать ее в музыке своей. Второе трио, которое мы исполним, называется «Мэнш Блюз». Это часть его оперы о Чарли Паркере, джазовом саксофонисте. И это произведение написано всего лишь 5 дней назад. Мы его впервые исполнили в Лютеранском соборе святых Петра и Павла. А сейчас хотим представить вам. И во втором отделении мы уже сыграем трио, которое посвятил своим друзьям, флейтисту Матиусу Циглеру, пианисту Симону Абатеу и виолончелисту Даниэлю Пиццотти. Спасибо.
Друзья, отдыхайте. Друзья, начинаем второй сет. Здесь из зала задали вопрос, а где же опера? Вот она сейчас, опера будет. Свадьба Фигаро... свадьба Фигаро такой традиционный. Похищение Сирали. Ария Констанции исполняет кошечка в мешке Оксана Клендинс и Инесса Мартиросян, которая блистала... Да, Слава, слушай. Блистала в прошлый раз с Дебюсси. Oh.
Оксана Кравец. Оксана, дебют удался. У нас второй сет, поскольку будет очень серьезная музыка, трио. Собственно, я приглашаю очаровательных девушек «Классика Плюс» Валерия Исауленко, Евгения Богинская и Наталья Жукова. Работу возьмите к себе.
Наталья Жукова, Валерия Сурденко, Евгения Бакинская. Друзья, честно, то, что я видел, я вообще не представляю, как это можно было выучить, сыграть идеально вместе. Пианистка точно меня на работу не возьмет, потому что несколько раз в конвульсиях кивала, чтобы я перевернул. Я просто честно терялся в нотах. Друзья, первое и второе было, остался десерт. Небольшой перерыв. Друзья, обещанный десерт. Вот у нас наши артистки, солистки готовятся. И даже обещали, иногда это делается, но вот мне прямо захотелось, чтобы это было, чтобы... Сейчас будет очень популярный, хороший арий с очень смешными персонажами. Я бы хотел, что если девчонки не застесняются, рассказать о них. Я приглашаю на сцену Инесса Мартиресян и Оксана Клейдит. Дон Паскуале, Гаэтано Донцетти, ария на ринге. Микрофон рядом. Микрофон? Нужно без микрофона. Я думаю, меня услышат. Это девушка, которая может и, скажем так, хочет быть счастливой. Ну, она с характером. И она придумывает всякие уловки, которые, в принципе, каждой женщине помогают. Поэтому я не буду вдаваться в подробности. Послушайте арию. Thank you.
Спасибо.
Наталья Пчелицына, Анна Кириллова. Алена Кунтикова, Оксана Клинкинс, Кенан Датлетин, Инесса Мартиросян. Девчонки, на сцену выходите. К вашим аплодисментам. На сцену прокурорской. Девчонки, можно было из зала выходить. Кирилл Арушкин, Нелли Пчелицева, Алена Кунтикова, Кенан Датлетин, Анна Кириллова, Наталья Жукова, Валерия Веселенко, Евгения Вагинская, Инесса Мартиросян, Оксана Клинкинс. Поздравляю!